финале Кубка чемпионов на домашней арене Мюнхен. За выход в групповой этап поборется со швейцарским Цюрихом. Первые матчи пройдут 16-18 августа, ответные неделю спустя. 10 победителей присоединятся к 22 командам, которые уже получили прямую путевку в групповую стадию. В раунде плей-офф Лиги Европы московскому «Спартаку» в сопернике досталась польская лига. Столичный «Локомотив» сыграет со словацким «Спартаком» из Тернавы. Играющая в первом российском дивизионе «Алания» померится силами с турецким «Бешикташем». Первая встреча состоится 18 августа, ответная 25-го. Далее 10 неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов присоединятся к 32 победителям раунда плей-офф Лиги Европы на групповом этапе, который начнется уже 15 сентября.